кассир, которая украла из сейфа Альфа-банка в Ачинске 23 миллиона рублей, пришла в отделение полиции с повинной. Неделю назад из офиса финансовой организации пропали 15 миллионов рублей, почти 49 тысяч долларов и столько же евро. Из сейфа их украла кассир банка. После, в ночь на 7 декабря, женщина ушла из дома. В полиции возбудили уголовное дело о присвоении и растрате. Для расследования в Ачинск отправили оперативников уголовного розыска краевого главка МВД. Один из них предположил, что мать подозреваемой на самом деле знает о местонахождении сбежавшей. Было принято решение еще раз побеседовать с родственницей, и во время разговора оперативнику удалось выстроить с ней конструктивные отношения. В итоге мать убедила дочь перестать скрываться и сдаться полиции. В настоящее время подозреваемая находится в межмуниципальном отделе МВД России Ачинский. С ней работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося. По сообщениям издания Life.ru и телеграм-канала Шот, у мужа пропавшей жительницы Ачинска могли быть долги, а накануне исчезновения женщина якобы напилась таблеток и попала в больницу. Наши коллеги с ачинского телеканала ОСА пообщались с соседями задержанной. Они рассказали, что долги мужа связаны с азартными играми. Я лично так думаю, что все-таки это все связано с мужем, с его играми. Только так. Потому что, человек, в принципе, она же в достатке, у нее нет таких-то великих долгов, только у него.